Равиль Файзуллин – человек земли. Родился в деревне, живет по принципу «где родился, там и пригодился». Общий стаж работы на комбайне – 30 лет. Последние 6 лет трудится в обществе АПК «Токаныш». Сегодня мужчина на своем рабочем транспорте занимается вспашкой паровых полей. Ну, с 6 до 6 работаем. В 5 выходим сюда, смена. И в 6 вечера опять смена. Вахта возит, привозит. Трактора только не глушим, только садится и уезжает. Работать нормально, хорошо, платят хорошо, кормят хорошо. АПК «Токаныш» имеет 2400 гектаров паровых земель, 1800 гектаров из них отработаны. На вспашке участвуют 3 агрегата «Рубин» и 1 агрегат «Хорштигер». По окончании этого этапа приступят к обработке сорняков. В настоящее время ведется гербицидная, фунгицидная обработка яровых культур. Всего к Токанышскому отделению относится 14 тысяч гектаров земли. 2400 гектаров – это паровые. На остальной территории посеяны озимые культуры. В настоящее время весенние полевые работы закончились. Сейчас ведется уход за яровыми культурами. Значит, яровые культуры в Токанышском отделении посеяны 4000 гектаров яровой пшеницы, 2000 гектаров ячменя, 1000 гектаров кукурузы и 500 гектаров рапса. Работа на таких полях тоже продолжается. Аграрии проводят комплексную обработку посевов от вредителей болезней сельскохозяйственных культур. На вопрос, как спрогнозировать результат, работники сельского хозяйства отвечают – никак. Но точно знают одно – земля пустовать не должна. Гульнара Гильмуллинова, Эльшер Худинов, Ильдар Хасанов. Новости Татарстана.